Здравствуйте, дорогие подписчики, а также зрители моего канала. Сегодня мы с вами продолжим играть в Gridfall. Так, мы сейчас находимся на заставе. Нам надо в другую сторону. Я задание отследил. Нам надо уже довыполнить квест. Также я не знаю, думаю, еще попробую вот с этими двумя сразиться, но это будет сложно, наверное. Он уже уши навострил. Магии у меня не хватает маны. Давайте попробуем, ладно. Попал. Так, зажали его вроде бы. Отлично, одного вынесли. Какой-то толстенький попался, блин. Убили, ладно. Шкура обсидиан. Что у нас по патрикам? 63 патрона, в принципе, должно хватить. Пойдемте вот здесь еще вокруг оббежим. Может, кто-нибудь тоже есть. Еще кого-нибудь вынесем. Просто козы. Ну давай, блин, мана. Нам надо добить коз. С коз тоже падает шкура, кстати. А шкура — это улучшение. Так что это пригодится. Безуар. Инородное тело из желудка животного, представляющее интерес для коллекционеров. Непонятно, что это. Так, вот еще одна бяха. Ну, продадим это все дело. Пойдемте к торговцу, подойдем. Мы набрали, я думаю, дофига всего. Перо по 8. Клыки 48 можно. Ну, до 500 добили, прикиньте, да? Какие мы молодцы. Но тут что-то не особо, чтобы особо, да? Офицерские сапоги. А сапоги мне дают что-нибудь вообще? Мои? Нет, можно сапоги прикупить тогда. Так, сапожки сразу же оденем. Эти можно продать. Либо отдать кому-нибудь. Тебе не надо? Нет. Сиора. На тебе. Капитана, кстати, надо посмотреть. Старый кинжал капитану. Ну, давайте вот эти сапоги. Тут ему ничего не подходит. Дуэльные перчатки маркиза, да? Шляпа. Шляпа первооткрывателя. Угу.
Этой шляпы не надо. Ну, давайте отдадим ему, чего уж то. На шею медальон стихийного щита. А, понял. То есть мы нашли какой-то медальон. Восстановление магии 0. Нам надо восстановление магии, чтобы было. Тебе не подходит, да? У тебя есть. Тебе тоже не подойдет, по-любому. Так, не тебе, вот тебе. Да, несовместим. Ладно, оставим. И продаем все, что можно, в принципе, да? Пока это оставим все. Бушлат матроса нам нужен. Так, это, да, разные. Вышитый камзол, вот это можно продать. Перчатки помощника капитана. Нафиг они никому не нужны. Наверное. А купить мы больше ничего не можем, да? Например, вот этому. Плащ стражи, может, ему... А, несовместим, понятно. Сиора. Сабля улучшенная, да, для нее? Ну, давай вот этот возьмем тебе. Офицерские сапоги. А, вот эта штука, кстати, да. Восстановление магии. Ожерелье с песочными часами. Ну-ка, продажа. Да. Что-то я просмотрел. $225. Ладно, подкопим, купим. Все, пошлите, мои хилые воины. Давайте вернемся. Стоп. Где вернуться? А, я уже приплыл, да, получается? Пойдемте посмотрим, может, наберем что-нибудь. Лагерь в мостовом альянсе. Разбойники украли груз. Прям к Ведьмаке, смотрите. Заказ истребления вредителей. Награжу всякого, кто перебьет лис, которые повадились по ночам воровать наших цыплят. Ну, не тоже неплохо. У вас что-нибудь плохо лежит здесь? Мне просто денежка нужна. Мне восстановление магии, чтобы побыстрее шло. It's blocked. Закрыто.
Лазарет. Ну, это понятно. Нифига у них здесь нет, короче, как я понял. Сюда нельзя зайти. Кабинет капитана. И у капитана даже своровать нечего. Так, не здесь выход, вот здесь где-то выход. Пойдемте в деревню. Лис я что-то не вижу, в принципе. А вот здесь разбойники, да, насколько я понимаю? Ну да, я думаю, это разбойники. Да, так и есть. Уровень отлично. Золото как раз. Страница из дневника солдата. Островитяне, за которыми мне приказано наблюдать каждый день, уходят в лес. Я не решаю за ними идти за ними. Тут повсюду дикие звери. А мне еще жизнь дорога. Интересно, ради чего эти дикари рискуют жизнью? Но, видимо, ради чего-то. Так, ладно, пойдемте дальше. Янтарь с инклюзом. Необычный предмет. Если честно, ни хрена же не видно. Как нам пройти в этот лагерь? А вот и лиса. Одна из четырех. Вот они, индейк бьют, походу, лисы, да? Ну да, мир, в принципе, сделан так себе. Прямоугольненько, так скажем. То есть, куда тебе не стоит заходить, тебя туда не пустят. А это кто такие? Ну, похоже на злых. Там он разбойники. Что мы можем себе улучшить-то, кстати? Ничего? Оставшиеся очки. 2. 0. Таланты 0. Навыки. И вот сюда одно. Ну что ж, давайте подеремся с этими. Мне не нравится, как он на меня бежит. Вот этот вот, толстошкурый. Ох ты, блин, попал. Ну да. Ну не особо сложно, но все равно, и да, и нас лечит вот эта вот аборигенка, которая у нас с собой.
взята. Она нам помогает. Надеюсь, на ожерелье я набрал. А тут еще разбойники. Что у нас там? По магии. Рано. Сейчас магия до конца дойдет. А вот теперь можно начинать. Неплохо. Вы где, блин? Мои хилые воины. Вам помочь? Ну, в принципе, не сложно, но все же. Но мне все больше и больше нравится эта игра. Так, перчатки кузнеца. Вот это нам надо. Ремесло плюс сопротивление. Нет. Этому тоже не пойдет. Этой тоже. Ладно, оставим как есть, да? Тут тоже нифига не подходит. Да. Что ж, ладно. Пойдемте, куда нам надо? Сюда? Сделали, чтобы он еще перелезал через камни. Было бы вообще здорово. Как в Ведьмаке, что куда хочешь, туда бежишь. Блин, опять твари разные. Они уже достали, но их тут многовато. Ох ты какой-то. Да беги назад, блин. А, попал. Еще раз попал. Молодец. Вот этого надо добить, пока он тут залип. Где оставшиеся? Все? Да, вроде все. И прокачка идет довольно-таки быстро. Смотрите, уже 8 уровень почти у нас. Что это такое? Непонятное. Давайте посмотрим, что здесь. Кем драться-то? А, вон. Они какие-то злые. Не, валим отсюда, ребят. Они что-то сильно мощные уж.
Нам они еще пока не по зубам. Я хоть в правильном направлении бегу? Ну, относительно да. И сейчас локации стали даже сами по себе побольше, если вы заметили. Старый шлем какой-то нашли. Да, может быть, нашему вот этому подойдет. А, он такой же. Выносливость, понятно. 200 метров, в принципе, и мы уже будем на месте. Большая ядовитая дубинка. Что это такое? Ни хрена ж себе. Выработка ярости, расход ярости, стихийный урон. Нет, это лучше. Тут мы пройти, видимо, не можем, да? Да, нам надо оббегать, получается. Но все равно не зря зашли. Если бегать так вот все собирать, то, блин, мы к завтрашнему утру прибежим. Лиса была, да? А, то есть они просто появляются и все. Но так-то прикольно сделано. Ягоды Беладонны. Надо успевать смотреть, когда лиса появляется, убивать, видимо, да? Надеюсь, мы бежим правильно. Вот тут что за подъем? Не можем. Только спуститься, видимо, тут можем. Какой-то пруд. Судя по заставкам, что я видел, водопадик, смотрите, как красиво. И по трейлерам в пруду водятся всякие нехорошие твари были. Ну да ладно. Где лиса была? Это же лиса пищала. Сюда приносят копии всех воинов минувшего. Мы возвращаем дерево его ветви. А, ну вот, мы и пришли, куда нам, в принципе, надо, да? Боеприпасы? Странно. Переместиться можем, понятно. А вот здесь живет главная ихняя королева, да, или кто там? Давайте поговорим с ней.
Кто ты такой? По какому праву ты входишь в дом королевы? Я посол торгового содружества. Хочу поговорить с вашим вождем. Успокойся, Арвант. Ты же не сторожевой пес. Сиора, я тебя не заметил. Ты опоздала. Твоя мать ушла на битву. Они выступили к непереводимый фольклор несколько часов назад. О нет, их нужно догнать, иначе прольется кровь. Идем скорее. Подождите, мы сейчас только шмананем дом королевы и сразу пойдем. Это все-таки дом королевской особы, да? Туника следопыт. Но это не серьезно, ладно. Чтобы добраться до вот этой штуки, нужно идти по дороге, ведущей в гору и лес. На карте местности указано, где расположены важные места и персонажи, а также цели заданий. Ну, нам вот сюда. Так, нам вот сюда. Подождите, дайте я сориентируюсь. А, ну тут я не... Ну, в принципе, да, можно и тут пройти, наверное. Давайте пойдем здесь. А вы кто? Вы добрые или злые? Вроде наши, да? А вон там еще звери, да? Ну ладно, не до них пока. Разбили лагерь. Это уже хорошо. Но тут придется драться по-любому, да? Либо просто как-то вот так нам надо сделать. Ага, хрен, не получится у нас так. Уровень 8, отлично. Как на дрожжах прям. Так, и как нам подняться куда? Нам надо наверх. Мы можем как-нибудь зайти здесь наверх? Видимо, нет, да? Ладно, побежали в другую сторону. Там обойдем. Зато лагерь нашли. Тут тоже мы подняться не смогли. Тут мы не пройдем. Так, да, в сторону деревни и по-другому обходить. Так, ну вот эти дохлые. Эти дохлые, в принципе, давайте с ними подеремся, наверное. Стоп. Они уже дерутся с нами? Да, они уже дерутся. О, воины помогают. Так это вообще халява. Вообще легко, если нам помогают даже воины. Сейчас мы тут соберем, вот кто-то убитый лежит.
Ох ты, блин! Неожиданно! Неожиданно, да, было. С такими мы еще не дрались. А я как раз хотел улучшить, да, что-нибудь? Опять же, навыки. Паралич на 2 я почти им не пользуюсь. Стоимость заклинания. Вот сейчас должно быть попроще, то что у нас стоимость заклинания уменьшилась. И мана не так сильно расходоваться не будет. Кстати, ты торговец? Давай, давай, посмотрим, что у тебя есть. Фиолетовые топоры. Маска. Прикольно. Перчатки прикольные, сапоги воина. Восстановление хреновое. Кстати, я пистолет так и не улучшил, да, по-моему? Да, надо было пистолет улучшать. Ладно, забыл. Сапоги надо продать, значит, еще. Do you see anything? Медальоны никто не носит, да? По идее. Ну, в принципе, и все. Вот что бы купить, конечно, я не знаю. Большая вулканическая. Благословенное кольцо. Духовная сила 2 надо. Ну да. А перчатки мне нужны, потому что у меня там что-то есть. Для погребальных обрядов. Не знаю, давайте купим. Одну курильницу. Может пригодиться когда-нибудь. Не знаю, что это такое. Но нам надо идти вот сюда, как я понял. Опять это болото. Лиса была где-то здесь же. Сволочь мелкая. Wait.
Постой, давай повернем налево. Эта дорога труднее, зато намного короче. Посмотри на следы. Эти люди повернули направо. Они выбрали более безопасную дорогу, чтобы поберечь силы перед боем. Если там опасно, лучше не будем рисковать, у нас мало времени. Если мы свернем сюда, то встретим много зверей, а если пойдем за воинами, то рискуем не догнать их. Так, и нам надо решить, налево, либо направо, да? Ну, пойдем налево, где много зверей. Спасибо, что прислушался ко мне. Боюсь, моя мать уже бросилась в бой. А вот и звери. Что это было? Тут четыре зверька. Поперли. Добивай. Ну да, магии маны все равно не хватает. Еще звери. Нам надо восстановить энергию. Ну, ману. Чтобы дальше биться. Так, а вот тут мы лагерь разбили, да, понятно. Мана еще долго будет вырабатываться, но торопиться нам некуда. А драться с такой толпой смысла я не вижу. Без маны. Ну все, пойдемте в бой. Надо ничего пить, все, drink a potion. И так все восстановим. Так, тут, видимо, ничего нет. Вот еще ягоды какие-то. Тут ничего, да? Ну да, вот уже наверх и все, и мы на месте. Вопрос, с кем они пошли биться? Если с кем-то сильным, то да. Новый регион. Отправиться на поле боя. Все. Нифига себе, сестричка.
такого я еще не видел. Хорош. Сиора, ты опоздала. Мы проиграли, и наша мать погибла. Нет, 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 это несправедливо. Мне очень жаль. Кто это? Этот человек, похоже, не похож на нас. Он одет как кто-то там. Я посол торгового содружества. Соболезную вашей утрате. Содружество? За кого вы сражаетесь? За тех, кто убивает моих братьев? Эссель, успокойся. Мать сама поручила мне найти союзников. Ты пришла, когда бой уже закончился. Вот как ты выполняешь свои поручения. Эти выродки похищают наших, и они должны за это поплатиться. Вспомнить об обряде погребения? Давай попробуем. Мы пришли, как только смогли. Уверяю вас, мы сражались на вашей стороне. Послушайте, обычно после любой битвы, победной или проигрышной, нужно и помогать раненым. Эссельд, он прав. Сейчас не время для новой битвы. Разумные слова ты говоришь верно. И знаешь наши обычаи. Я не могу сражаться. Вернитесь в деревню и залечите раны. Мы позаботимся об остальных. Спасибо. До встречи, Сиора. Спасибо, что успокоил ее. Теперь нужно помочь раненым. Потом надо найти мою мать. Или ее тело, если она правда умерла. Как? Посмотри на поле боя. Поищем ее знамя. На нем знак нашего клана. Найти выживших на поле боя. Поиски королевы также. Ну что ж, дорогие друзья. Я думаю, на этом мы будем с вами прощаться. В принципе, мы сделали довольно-таки большую работу за эту серию, потому что довольно часто дрались. И также не стоит забывать, что мы почти выполнили квест. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк под видео, если оно вам понравилось. Если не понравилось, то ставьте, конечно же, дизлайк. Если есть какие-то вопросы, либо пожелания, пишите, я отвечу всегда всем. До новых встреч, Гритфол. Дальше будет интересней. До свидания.